Для многих жителей Северского района дорога через станицу Калужскую на трассу М4 Дон – кратчайший путь к Черноморскому побережью. Но особой популярностью она никогда не пользовалась, ведь качество грунтовой дороги оставляло желать лучшего. Все изменилось благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В апреле здесь начались масштабные ремонтные работы. Дорогу условно разделили на два участка. Первый от станицы Калужской до поселка Чибий почти готов. Второй участок протянулся до самого горячего ключа. И здесь большая часть работ еще впереди. Завершение работ запланировано на конец июля 2023 года. Но в данный момент подрядчик работает с опережением графика. Если так пойдет и дальше, ремонт закончат уже к концу 2022 года.